На видео представлено испытание универсального пуска зарядного устройства спец-6000, самого дешевого, который я когда-то нашел зимой в продаже. Предыстория такова. В доме стационарный радиоприемник сломался, а радио послушать хотелось, поскольку это единственный способ получить новости здесь. Слушали радио в этой самой автомобильной магнитоле. Не помню, сколько дней слушали. Вроде слушали негромко, но кончилось дело тем, что аккумулятор разрядился. Вот сейчас продемонстрируем, как не крутит стартер. В общем, даже ничего не щелкает, разрядился он в ноль. Подключаем пускозарядное устройство. Вот такая вот маленькая штучка. Спец-6000. Вставляем в него клеммы. Подключаем плюс к плюсу, минус к минусу. Пробуем завести. Ну, в общем, как видно, устройство со своей задачей справилось, хотя и на пределе. Неизвестно, что было бы зимой. Двигатель небольшой. Это двигатель Renault Logan 1.6, 8-клапанный. И, не знаю, есть у меня определенное сомнение в том, что такая маленькая штучка смогла бы тот же самый двигатель хотя бы завести зимой. Но пока мы спасены. У нас двигатель работает. Сейчас он аккумулятор зарядит. На этом все.